Здравствуйте, меня зовут Маша. Мы будем декорировать керамическую свинку-копилку в пиратском стиле. Для росписи нам понадобится белый грунт, краски акриловые по стеклу и керамике, контур по стеклу и керамике декола. Грунтуем свинку в 2-3 слоя. Даем высохнуть и размечаем элементы карандашом. При помощи спонжа наносим на ушки акриловую синюю и красную краски по стеклу и керамике декола. С помощью тонкой кисти раскрасим намеченные рисунки. И какой же пират обойдется без черной повязки? Морская свинка-пират готова. Чтобы закрепить роспись после сушки, прогреваем изделие в духовке при температуре 60-70 градусов в течение 30 минут. Также можно сделать роспись по керамике в других стилях. Загрунтованную свинку можно окрасить акриловой краской декола «Металлик» и нанести точечную роспись с помощью контуров декола «Бронз», «Белый» и «Черный». Или нанести черный грунт и использовать контуры «Металлик». С декола это может сделать каждый.